Приветствую вас, друзья. Как ваше настроение? Сейчас кину в чат нашу трансляцию. Что здесь у нас идет стрим. Вот так надо работать командной работой. И пишем. Стрим. Заходите, репосты. Вот. Когда вы работаете командой, обязательно приглашайте свою команду на ваши стримы. Кто не знает, что такое стримы, это вот то, что происходит сейчас. Это прямая трансляция. Так. Я получаю переводы со всего мира уже 5-й год в проекте «Всем миром». И покажу вам свои переводы. Вот. Группы. Так, нас смотрит 2 человека. Всем привет. Вот, смотрите, наш проект. Я уже про него рассказывала. И здесь он у меня в закрепленной записи. Так, был в закрепленной записи. Сейчас мы снова сделаем. Как закрепить запись? Делаем репост. Кстати, советую всем делать репосты, а не писать что-то на стене. Потому что за это не банят. И вот нажимаем вот сюда «Закрепить». В проекте «Всем миром» я участвую уже 5-й год. Вот мои доходы. И в конце... Звук есть? Не знаю. Поставьте плюсики. Есть ли у нас звук? Привет, привет. Проверьте звук. Так, а сейчас я сама послушаю. Ну-ка. Отпишитесь, есть ли звук? Да, я сама себя слышу, значит, звук есть. Поставьте плюсики, как меня слышно, и я буду дальше говорить. Потому что вот я смотрела, я сама себя слышу. Все, меня слышно, хорошо, спасибо. Переводы в проекте «Всем миром» спустя 4 года приходят мне каждый день. Вот, смотрите, это моя почта. Вот 28 июля, $5, $5, 10, 10, 5, 5, 5 и так далее, и так далее, и так далее. И много, много, много переводов. Вот 28 июля, 27, 25, 24, 22, 21, 20, 19 и так далее, и так далее. Каждый день идут мне переводы. Вот мой кабинет. Смотрите. Транзакции. Я получаю по 5, 10 и $15. По $10 я получаю за лично приглашенного партнера, когда он оказывает финансовую помощь. Дальше, вот если мы увидим, вот Владислав, финансовая помощь выполнена. Если мы откроем, мы увидим все его данные, скайп, телефон, страну и так далее. Вторая страница. Проект работает с 2011 года. Раньше он назывался Goldline International. С 2014 года он называется Whole World, то есть всем миром. Вот мои переводы. С нами Италия, с нами Германия, с нами 142 страны мира. Вот наш партнер из Италии. И он приводит каждый день своих партнеров. И разгорелась нешуточная борьба за лидерство, за топ-10. Я находилась на первом месте, сейчас у меня 6 благотворителей, я нахожусь на 2-м месте. Также мои партнеры находятся в топе, вот смотрим, 4-е место, Юлия Бирюкова, наш партнер Сабато из Италии, про которого я вам только что рассказывала, Виталий Семенов и Степан Душечкин сегодня вышел в топ. Давай, Степа, держись!
Так работает проект. Кому интересно тоже вместе с нами в лидерской команде получать денежные вознаграждения, вот у меня ссылочка здесь. Проходите по ссылочке, выбираете русский язык и оказываете, то есть сначала регистрируете кабинет, активируете его за $5, потом привязываете единый кошелек к аккаунту и оказываете финансовую помощь любым для вас удобным способом в размере $100. Как я получаю переводы? Вот вам видео. Сейчас я сделаю погромче. Это вам напоследок. Приветствую вас, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. В проекте «Всем миром» я уже 5-й год. Это проект Whole World, который работает с 2011 года. 11 ноября нам исполняется 6 лет. Многие мне пишут, что ваш сайт лохотрон, что там ничего нельзя заработать. Я зарабатываю в этом проекте уже 5-й год. Мною куплено 3 квартиры. Для тех, кто не верит, все мои переводы, все мои переезды с квартиры на квартиру вы можете увидеть на моем канале. Итак, я вам сейчас покажу очередные мои переводы. Вот мой единый кошелек. Переводы от людей со всего мира приходят на него каждый день. Вот сегодня 20 июля, вы видите, в 14:51 вам поступил перевод, вот отправитель, на сумму $5. Следующий. Сегодня опять же вам поступил перевод на сумму $10. Дальше вам поступил перевод 14:16 на сумму $5, на сумму $10 и так далее. Много, много, много. Спасибо за ваши репосты. Если мы зайдем в мой кабинет, также можно видеть, вот мой кабинет в проекте «Всем миром». Вот $10 от человека, если открыть много. Переводы так можно показывать до бесконечности. Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что проект легальный, что он работает и что приходят переводы. Если у вас какие-то сомнения, думаете, что я там в трансляции что-то накрутила, позвоните мне в Skype, Ира Бизнес, мой Skype. Вот как он выглядит, мой Skype, Ира Бизнес. Я вам в режиме онлайн покажу финансовую помощь, как я получаю. Как на смартфоне, так зайдем в мой кабинет, зайдем в единый кошелек. Кто хочет становиться миллионером в лидерской команде, добро пожаловать. Ссылочка у меня как вот здесь. Как вот здесь. Я разработала методику приглашая, не приглашая. Люди будут идти к вам сами. Вы будете получать финансовую помощь. Всем пока!